Верстались первые библейские стихи, пыль оседала с каменных скрижалей. Внизу отступники гудели, но ропот тотчас стих, а дальше что случилось? Просто жалко. Голодный Моисей тельца тогда узрел и в гневе ахнул Библию о камне. И Бог не осудил, пророк остался цел, и та история в небытие не канет. Года летели и ползли века, наматывая срок избранному народу. Испытывал и драл, в гневе мял бока, не раз Израиль даже в рабство продан. Но Слово Божие не все уничтожалось, не все терялось на крутых ухабах. Библию хранили, те списки соскрежали, ревнитель из закона и жизнь свою отдал бы. Пять книг впоследствии напишет Моисей и передаст наследнику, вождю Новину. В конце окажется книг 70 плюс 7, из них 11 еретики отнимут. Вославим Ездру и иных пророков, писавших, сохранивших слово Иеговы. Для их писаний нет ни давности, ни срока, в их перевод мы вчитываемся снова. Когда впервые Библию мне дали, читал Евангелие от руки Матфея. И даже переплет в каком материале запомнилось из памяти, до смерти не развеет. И что бы делал я сегодня и вчера? Давно за перевалом половины жизни. Из Библии мне пища для ума, пера, со мной сокровище, не старости пожитки. Во всех углах, на полках и в карманах красуется мой друг Новый Завет. Он обещал спасти и не обманет, поверь, услышав повесть и для себя заметь. 19 декабря 2006 года.